Привет всем! Хочу ответить на вопросы наших читателей. В Воронежской области совершилось на самом деле очень прекрасное событие. Прекрасное тем, что губернатор Гусев захотел общаться со своими читателями из Инстаграм и очень громко это объявил. Но через 6 часов Инстаграм заблокировал аккаунт губернатора как фейковый аккаунт. Я думаю, что сейчас вот сразу предупреждаю и губернатора, и помощников губернатора, которые говорят, американцы против нас затеяли, не дают честному губернатору поднять информационное знамя Воронежской области. Но, увы, это неправда. Действие ваших помощников создало такое количество фейков, и вы только 2000 человек подписали за 6 часов, и это все были фейковые аккаунты. Я не знаю, кто ваши помощники. Что-то мне подсказывает, что это люди, которые умеют только откатывать государственные деньги и осваивать, а именно за госконтракт это все начинает разворачиваться. И мало вообще чего понимающие в современной информационной системе. То есть они сразу решили надуть фейк, чтобы прийти к вам и обмануть вас. Вообще вся информационная политика современных губернаторов России, мы так, кстати, родину проиграем, вот реально просрем нашу родину, потому что все губернаторы утеряли связи со своими читателями. Местное телевидение никто не смотрит, местные губернаторские СМИ, которые, я говорю почти о всех регионах, которые проплачивает администрация, реальное прочтение материала не превышает 1000 респондентов, 1000, а регионы миллионы жителей. Но зато они приходят и говорят, посмотрите наши статистики, посмотрите Яндекс, посмотрите. А чего в Яндексе посмотреть? Количество уникальных сетителей, которые по 5 секунд заходят на сайт и так далее. Ну то есть купленные боты. У нас уже и губернаторы занимаются ботами, депутаты занимаются ботами и так далее. Ребят, а может мы займемся реальной информационной политикой? А может быть так получится, как на Украине, когда они зайдут и не боты будут править, потому что они понимают, что такое информационная политика. А вы все в области летаете. Вы доверили там, по-моему, какой-то девочке свой Инстаграм-аккаунт, которая тут же совершила сотни нарушений правил Инстаграма. И, разумеется, вас как фейк заблокировали. То есть Инстаграм вам ответил простую вещь. Вы фейк. Фейк. И это правда так. То есть они не посчитали, что вы живой человек, потому что вы не решили вживую общаться. Вы решили сразу подключить ботов, купить тех. Ребят, да когда же вы прозреете, что даже в ту же самую пандемию, почему народ над вами смеется, почему он вас не верит? Потому что обратного нет. Вот некоторые губернаторы собирают пресс-конференцию, я считаю, те СМИ, которые напротив него сидят, и общий круговой просмотр этих материалов не превысит 5000, а регион на несколько миллионов. Вы правда думаете, что вы пообщались с народом? Вот если вы хотите узнать, господин Гусев, сколько вообще люди вас читают, вы, наверное, выпускаете там 50 информационных материалов в неделю. Выйдите на улицу, ну там, или детей своих попросите, не знаю кого, и пусть они спросят 100 человек, когда они последний раз видели или слышали губернатора, и где они это сделали. И выяснится, что вас никто не видел и не слышал. Даже не все знают вашу фамилию. Представляете, из 10 человек только один будет говорить, что он что-то там видел. Когда вы захотите узнать рейтинги СМИ, вы не смотрите на счетчики. Вы выйдете на улицу и просто так, вот крестьянским, самым простым крестьянским способом, возьмите листочек и спросите, что люди читают. Они будут говорить, блокнот там, мое там, или что-то еще. И выяснится, что все те СМИ, которым вы отдаете кучу денег, а население-то их не видит и никогда не видело. И вот это единственно правильно. Если бы выборы были по-честному, вы бы и 5, и 10% не набрали. И, кстати, вот отсутствие реальной выборной ситуации, вот сейчас выборы будут большие в Воронеже, приводит к тому, что власть, она научилась манипулировать, но вообще не умеет работать на информационном пространстве. Чтобы научиться работать на информационном пространстве, надо быть в реальной конкуренции. А они просто в космосе. И поэтому, когда завтра наши враги войдут на нашу информационную территорию, они, как Украину, разорвут нас на куски, потому что вы все импотенты и все ничего в этом отношении не умеющие. Так что, господин губернатор, вы не думайте, что вас там на Западе за что-то заблокировали. Просто ваш аккаунт оказался фейк, как и вся ваша информационная политика.